Короче, слухи. Ведущая Елена Малышева нашла любовь в 26 лет, когда в ее жизни появился Игорь Малышев, молекулярный биолог. Они вместе уже 36 лет и неразлучны. Ранее Елена носила другую фамилию – Шабунина. Родилась в Кемерово в семье врачей, ее старшая сестра и брат тоже выбрали профессию врача. 11 сентября Елена вышла замуж за Игоря и стала Еленой Малышевой, как мы ее знаем сегодня. Спасибо за просмотр и любите свою жизнь.